Мы находимся на Саймоновском проезде. Это небольшой проезд между Пречистенской набережной. Вот она здесь. Ну и территория, где находится метро Кропоткинская, начинается бульварный Гоголевский бульвар. Фактически Саймоновский проезд — это продолжение бульварного кольца, которое вот здесь вот прерывается. И посему кольцом не является. Ну, в прямом смысле этого слова, я имею в виду. Двигаемся, соответственно, в сторону Гоголевского бульвара. Так, сотрудники Росгвардии. Не знаю, можно или нет снимать. В другую сторону направим. Камерку. Вот здесь Золотая миля начинается. Пересечение с третьим Обыденским переулком. Здесь у нас так вот пошел Обыденский. Мы двигаемся дальше в направлении Кропоткина, Гоголевского бульвара. Проезд, улочка большая, Саймоновский проезд. Саймоновский. Летнее кафе. Тем не менее, нумерация свою эта улица имеет. Тоже, допустим, 7, строение 1. Сейчас в основном офисы располагаются. Там какой-то сейчас праздник, богослужение, большая очередь. Там. Так, переходить, наверное, будем, да, ну и закругляться.